Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Свершилось. Вступление в силу новых правил технического осмотра автомобилей снова отложили. На этот раз до 1 октября 2021 года. Официальная причина – пандемия коронавируса. Хотя критических замечаний в адрес реформы было немало. Это и недостаточное число пунктов ТО, и отсутствие времени на тщательную подготовку, и непроработанный вопрос с ценообразованием. Трасса 101. Toyota отзывается в нашей стране почти 3500 внедорожников Fortuner и пикапов Hilux. Машины были реализованы дилерами с конца лета 2018 года по настоящее время. ВИН-коды опубликованы на сайте Росстандарта. Причиной объявления сервисной компании являются возможные неполадки с усилителем тормозов. При резком воздействии на педаль он может выйти из строя. Трасса 101. В прошлом году в Кировской области завели 1,5 уголовных дел за попытку подкупить сотрудника ГИБДД. В основном взяткодатели хотели избежать ответственности за управление в состоянии опьянения либо без прав. Также речь идет о находчивых выпускниках автошкол, которые пытались улучшить свои оценки на экзаменах. Например, в одном из случаев сумма взятки составила 10 тысяч рублей. По этому делу суд приговорил гражданина к 5 месяцам исправительных работ. Трасса 101. Около трети россиян не прочь приобрести автомобиль, но у них нет на это денег. Такой вывод в ходе опроса сделали специалисты портала «Авто.ру». По их данным, каждый четвертый житель страны в этом году все-таки собирается купить машину. 10% респондентов обзавелись колесами только-только, либо ждут уже оплаченную «Ласточку». Трасса 101. Продажи обновленного «Лада Ларгус» стартуют на этой неделе. Машина будет стоить минимум 686 тысяч рублей. О новинке уже все известно. Внешность в фирменном X-стиле, панель от Renault Duster, передние сиденья от «Лада X-Ray». Главная техническая доработка заключается в том, что хорошо известный 8-клапанный бензиновый движок форсировали с 87 до 90 лошадей. Также будет доступен 16-клапанный 106-сильный мотор. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.